Студенческий десант для Мордовии не в новинку. В рамках этой акции студенты республиканских вузов и учащиеся средних специальных учебных заведений ходят на экскурсии в структурные подразделения органов внутренних дел, а также проходят кратковременную стажировку в различных подразделениях полиции. Студенты Мордовского государственного педагогического университета имени Евсеева отправились в гости к сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД. Познакомить ребят со спецификой службы в полиции помог и отряд специального назначения «Гром». Это особое подразделение в системе МВД. Так, бойцы спецподразделения ежедневно выполняют задачи по задержанию преступников, а также пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Задания у спецназовцев бывают разные, поэтому ребятам предложили ненадолго примерить на себя их роль. Сначала 2-километровый лыжный кросс, затем стрельба из спортивного оружия. Но особый интерес у студентов вызвал показательный рукопашный бой и приемы самозащиты. Я ухожу, выбиваю нож, тело расслабляет. Что делать, бросок ему? Рассказывать о мужестве героев нашего времени можно бесконечно, но, как говорится, лучше один раз увидеть. Ведь для сотрудников подразделения «Гром» риск – часть служебного долга. Среди сотрудников спецподразделения имеются мастера спорта, кандидаты мастера спорта. Также они в совершенстве владеют рукопашным боем, приемом рукопашного боя, самбо, а также владеют всеми видами вооружения, стоящие в системе МВД Российской Федерации. Своими глазами, увидев, как непроста работа спецназовцев, студенты поблагодарили их за весьма насыщенный день и за готовность рисковать собой, защищая других. Анастасия Кочеткова, «Народные новости».